Медведь и бурундук. Медведь всю зиму спал в своей берлоге. Когда же снег стал таять от солнца и побежали первые ручьи, медведь проснулся. Вышел он из берлоги голодный, ведь всю зиму ничего не ел. Пошел медведь искать себе пищу. Искал, искал, ничего не нашел. Встретил он по дороге пень. Рассердился, обхватил пень и стал его выворачивать. Но не смог выворотить, потому что был голодный и слабый. Из-под пня выскочил бурундук. Бурундук тоже, как и медведь, всю зиму спал в своей норе под пнем. «Дедушка, почему ты такой сердитый?» «Очень есть хочу. Нет ли у тебя чего-нибудь поесть?» «Сейчас принесу», — ответил бурундук. Забрался он под свою нору и вынес оттуда много сладких корней и орехов, свой осенний запас. «Ешь, дедушка», — говорит он медведю. Медведь съел и сказал: «Хоть ты и маленький зверек, но хороший!» Медведь погладил бурундука своей когтистой лапой. От этого у бурундука на спине появились черные полоски. С тех пор у всех бурундуков на спине черные полосы.